В рамках республиканской акции «Предотвратим инфаркт миокарда» 27 сентября в аптеках, торговых точках Старобина, Красной Слободы и Солигорска разместились импровизированные медицинские пункты. Одна из тестовых зон обосновалась в гипермаркете «Виталюр». В ходе акции каждый желающий мог измерить артериальное давление, индекс массы тела и получить консультацию специалиста. Также каждому участнику предлагалось заполнить анкету, чтобы выявить факторы риска инфаркта миокарда. За 4 часа проведения профилактической акции обследоваться у сотрудника Центральной районной больницы только в Солигорске захотели более 150 человек. У 21 из них было выявлено повышенное давление. 7 солигорчан на месте взяли направление к терапевту. В последнее время очень часто молодеют инфаркты, молодеют инсульты. Наши люди зачастую не знают, что они ходят с повышенным артериальным давлением. Они его не ощущают, не чувствуют, поэтому не обращаются к нам, к медикам. А обращаются, когда уже бывает поздно, когда случается уже болезнь, когда случается беда. Поэтому проводятся такие вот акции. При повышенном давлении, если я вот измерила давление, у человека давление повышено, я даю определенные рекомендации. Обратиться к своему участковому терапевту, пройти определенные виды обследований и получить соответствующее лечение в соответствии со своим заболеванием.